находимся в парке Малевича, и сегодня матч легенд. На льду знаменитые хоккеисты России и команда главы. Ну что же, болеем? Свисток судьи, удар клюшками по льду и погоня за шайбой начинается. Матч объединил легендарных отечественных хоккеистов, олимпийских чемпионов, жителей округа и воспитанников спортивной школы Одинцова. Отличная погода, отличное настроение, замечательный лед, снежок немножко добавляет нам перчика, что называется. Сложно давать пас, нужно такое делать перекидкой, потому что снег тормозит. А так все кажется замечательным, и настоящие легенды. У нас действительно сегодня праздник спорта, такого количества звезд отечественного хоккея здесь, в парке Малевич, на этой площадке не было никогда. На льду Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев и другие звезды отечественного хоккея. К команде легенд присоединился и ветеран спорта, основоположник можайского хоккейного движения Владимир Платонов. В свои 83 года он обладатель звания «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации», различных наград за усердный труд и достижения. Владимир Порфирьевич в прекрасной форме, всегда готов вспомнить молодость и показать блестящую игру. В 45-м мать меня в поликлинику повела, а я увидел, мужики играли на реке Оке, расчистили, играли. И мне в то время показалось, что они не катаются, а летают. Скорость, яркие комбинации и поддержка зрителей. Открыл счет матча олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель кубка Стэнли Александр Могильный. Ну а завершилась игра со счетом 6-3 в пользу легенд хоккея. Здесь не счет главное. Главное, та идея, которая заложена, чтобы наши жители выходили, играли, радовались, объединялись команды, чтобы шло развитие массового спорта, здоровья. Вот это главное. И это сегодня есть. Это было неделю назад в Красногорске, будет через неделю в Видном. Поэтому вот эту идею закладывал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и мы ее реализуем. Игра состоялась в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Главная цель матча «Легенд» – популяризация хоккея и здорового образа жизни. В Подмосковье он стал вторым по счету, первый прошел в Красногорске. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».